У актрисы Ивановского драматического театра Светланы Басовой юбилей. Свой день рождения она проводит на сцене. До премьеры спектакля по пьесе Шекспира «Сон в летнюю ночь» остается меньше недели. Репетиции идут по плотному графику, лишь с небольшими перерывами. Ты цветок волшебный мой, ранен Эра со стрелой, сок в глаза ему пролей, пусть проснувшись рядом с ней, он найдет ее прекрасной, как Венеру в тверди ясной, пробудят, хвали ее! Сердце вылечить твое! Режиссер Зураб Нанабашвили пристально следит за процессом и вносит необходимые корректировки в мизансцены. Светлана Басова в этом спектакле исполняет роль доброго малого эльфа по имени Пэк. Кроме того, что талантливый человек, очень умный человек, очень опытный. И для этой роли мне именно нужен был артист, актриса такого плана, как Света Басова. Потому что она справится, и я уверен, что зрители останутся довольными. По мнению актеров, Зураб Нанабашвили строг, но справедлив. Все понимают, что указания режиссера служат на благо общего дела. Выигрыши в первую очередь будут зрители. Я вот счастлива, что он меня взял в спектакль, потому что, вы знаете, честно говоря, это мужская роль. И Пэк вообще, весь текст написан от имени мужчины. И я была достаточно обескуражена, мало того, что я женщина, еще как бы элегантного возраста, ну как бы не 16. И что вот мне это доверили, я сначала была как бы обескуражена, а сейчас я просто получаю от этого великое удовольствие. Перед премьерой у актеров и режиссера много работы. Нужно выставить свет, проверить костюмы, подготовиться к общим прогонам. Одни фрагменты пьесы удаются с легкостью, другие приходится тщательно прорабатывать. Очень важным является взаимодействие с художником по свету. Сложного в театре нет ничего. Если бы еще, конечно, световое оборудование стало бы более современным, тем, которые уже как бы в 99% театров есть, а мы бы не причисляли бы Ивановский драмтеатр тому 1%, которому слишком не повезло, то просто мы экономили бы свое время. Осенью этого года Светлана Басова отметит творческий юбилей. Только Ивановской сцене она посвятила 25 лет. За это время сыграно более 150 ролей. Каждая из них особенная. Комедии актрисе нравится больше. Смешить людей, по мнению Светланы Басовой, гораздо труднее, чем заставить их плакать. Любовь Почерникова, Олег Милехин, РТВ Иваново.